Построить завод по производству лифтов предложил сегодня председатель Мажилиса парламента Нурлан Нигматуллин, учитывая статистику по высокой аварийности. Из 23,5 тысяч лифтов страны 40% не работают, а нормативный срок эксплуатации превышен у 6 тысяч подъемников. Больше всего жалоб у жителей Алматы. Там необходимо заменить почти 2 тысячи лифтов. В Павлодарской области 1,5 и больше 700 в Карагандинской. Данные сегодня озвучили депутаты и направили запрос в Министерство индустрии и инфраструктурного развития. На предприятии, которое обслуживает лифтовое хозяйство города Семей, требует замены 127 лифтов. Они эксплуатируются более 30 лет. На это необходимо порядка 900 миллионов тенге. В городе Уральске из 375 лифтов 109 требует замены. А в городе Сатпаеве более 80% лифтов находится в нерабочем состоянии. Считаем необходимым Министерству индустрии и инфраструктурного развития принять меры по обеспечению промышленной безопасности и контроля за безопасной эксплуатацией лифтов